Приветик. Привет, Верочка, вижу тебя. Ну что, я вернулась в Воронеж ненадолго. Лерочка, Катюша, Люба, все наши, Нелика, ура, все тут. Ой, так радует, я прям так соскучилась вообще. И у меня сегодня клиенточка, я решила что-нибудь порисовать. И вы тоже, я рада, спасибо, девочки. Девчонки, смотрите, какой момент. Совсем недавно у меня проходили курсы в Нижнем Новгороде, и был такой момент с одной девочкой, которая сказала, что, блин, я так обожаю White Drops. Кто не в курсе, это вот такой продукт. White Drops — это гель-краска для растекашек. Да, ну вот что-то такое сейчас с вами поделаем. Вот, и привет, Юлечка, привет. Все свои, так радостно. Привет. И, короче, одна девуля, как говорится, без имен, мне заявляет такую петрушку. Говорит, ты знаешь, у меня есть White Drops, все круто, но я не знаю, что с ними делать, кроме как на весь ноготь, как показывала Юля. Я говорю, да ты что, это же там с ними можно все что угодно делать. И кто же из вас так сказал? Ну вот кто? Есть у нас одна звезда. Я решила, что я поделюсь с вами некоторым кусочком немножко дизайнов, то есть и флористика, и абстракция, что-то осеннее. Все-все делать, все правильно. И я решила выйти тоже вот с вами немножко поделиться, да. Я чуть, правда, у меня голос такой болеющий, поэтому я пытаюсь выздороветь. Так, я это просушила, да. У меня тут и матовый топ, и глянцевый. Тоже пока на весь ноготок. Ну, я вспомнила, говорит, вспомнила. Ну, было же дело, правильно, не вру. Я решила, что надо поделиться с вами. Да, эфир сохранится. Я решила, вот что хочу вам показать. Сейчас я тут типсики готовлю. Вот у меня сегодня беленькие вот такие попались мне. Я никуда не спешу, поэтому я буду кайфовать и наслаждаться от процесса создания и общения с вами. На что клею типс, девочки? Если вы будете клеить на пластилин, то он у вас разогреется. Вот уже у меня тут, видите, такой замызганный вариант. По поводу ногтей жду Юлю, поэтому не обращаем внимания. Это, знаете, такая штука есть в Леонардо, как резинка какая-то, которая, ну, там 100-150 рублей стоит гигантское ведро. Привет, Камчатка. Ну и давайте вот как бы повторимся с этими дизайнами. Я их чуть-чуть в сторону уберу. Первый я сделаю фон. Сейчас я еще приклею получше. Сейчас со мной порисуете? Чудесно. Я очень рада. Первый у нас будет фон. Я возьму самую сейчас, мне кажется, актуальную коллекцию. А, сегодня семинар видел, он только голубой. Не знаю, о чем вот. Вот коллекция у нас Natural Touch А12. Вот, красивая наклеечка тут, которой горжусь. Канцелярский, да. Вот этот цвет, девочки, мне кажется, они, конечно, все крутые, но вот этот цвет, цвет осени, я бы его назвала. Не все, конечно, цвета осени, но прям вот люблю его. И пока поделаю фончики вместе с вами. Хочу, чтобы вы увидели эту красоту неземную. Я буду в один слой покрывать. Хотя вы видите, на белом были бы видны все проплешины, все неровности. А здесь какой плюс у этих гель-лаков? Нереально выравниваются. Никакой непонятной текстуры, консистенции. Все просто идеально. Спасибо за супер сердечки. Видите, какой цвет? Не знаю, насколько передает, но цвет просто вау. Вживую это что-то неземное. Ногтики-то да. Второй покрою тоже из этой же коллекции. Такой зелененький. Это цвет А11, также коллекция. Сори, у меня тут звонок какой-то прошел, я его отменила.
как всегда, всех приспичивает, да? Смотрите, он такой цвет, вот кому нужен темный хаки. У Юли в коллекции есть цвет хаки, но иногда девчонки у меня... А, есть, прусь не могу, да. Вот. Есть вот такой цвет, как бы темного хаки, тоже офигенный. Причем он офигенный и под матовым, и под глянцевым. Ну, вообще вся коллекция Natural Touch, я не могу ее не нахваливать. Как бы это было нескромно. Но вот я буду в эту сторону тоже красить, чтобы туда не загребалось у нас ничего. Крашу так смеленько. По поводу таких типс. Да что ж такое? Гляньте, какие у нас тут умные люди-то попались в трансляции. Сейчас я прикрою это дело. Так, тоже отправляюсь сушиться. Вот. Блин, мне лампа с одного края не сушит. Сейчас я ее как-то победю. Сейчас, сори. Вот так я ее победю. Машуля наша присоединилась на Албанова. Девчоночки, так, кто у нас тут? Сейчас заблокирую. Вот так его. И у меня есть каневский цвет. Тоже вот мне захотелось его. В один слой покрою тоже. У нас сейчас еще все-таки работает распродажа на гель-лаке Кани. Две штучки за 250 рублей. Поэтому вдруг кому надо из недорогого сегмента, welcome. Оригинальная продукция. Да, цвет шикарен. Ну, у меня тут они разные, поэтому вот один из них тоже отправлю в сушку. И смотрите, что я сделаю, девочки. Симпатично. Ну, там, да, много чего симпатичного. Смотрите, я еще не знаю, насколько вы знакомы с этой коллекцией или нет. Как можно заказать? Наш сайт, вот здесь, если видно, девочки, azarova-s.ru, там в разделе «Магазин». Кани – это 99-й оттенок. 99-й. Ну, у меня тут разные есть, вот всякие разные. То есть это вот один из них. Итак, девочки, хочу вам рассказать про одну коллекцию. Да, можно набрать в поисковике azarova.shop и сразу вас перекинет в магазин. Ага, магнитные разбегаются. По поводу типс чуть позже отвечу. Вот. А, смотрите, есть коллекция. У кого есть такая, девчоночки? Galaxy. Ее, к сожалению, сняли с производства. К сожалению. Но эта коллекция у нас еще есть совсем немножечко. В чем ее плюс этой коллекции? В том, что она очень сама по себе такая вроде бы как не яркая, но при нанесении на черную подложку, там, то есть вот хамелеошка на Интершарме, вот этих уже нет. А все остальные будут на сайте Dance Legend. Вот эти сняли с производства, к сожалению. Очень красиво на черный цвет. То есть я так считаю, что это некий прародитель магии. Ну вот сейчас вам видно синий цвет в экран, но на самом деле он фиолет, сине-фиолетовый, в зеленый уходящий. Я его нанесу на фиолетовый. Блин, ну что у меня типсы эти сваливаются? Будут? О, Лера нам подсказывает, что будет несколько цветов. Это не может не радовать. Вот. Они 350 рублей стоят, девчоночки. То есть они такие вот хамелешки, хамелешки. И их лучше наносить на какой-нибудь фон. То есть не как самостоятельное покрытие. Вот магию, пожалуйста, да, там плотность охренительная. А эти все-таки лучше наносить на фон. И тогда они вот будут давать суперэффект. Здравствуйте. Они еще с блесточкой, с вот такой. Ну, не могу вам передать это в камеру, к сожалению. Как и магию, да, вот кто знает магию, то есть их невозможно передать. Давайте вот на фиолетовый вот этот нанесла. Пойду сушить. На зелененький нанесу. Это у нас был номер 13. На вот этот оттенок нанесу вот этот зеленый, LG16. Тоже очень красивый. Здравствуйте.
не могу вам передать. Приветик, Тула. Ну, я думаю, вы и сами все поймете. Красавчик, короче. Ну, там, видите, легкие бордовые оттенки есть, какие-то бежевые. То есть, вот, ну, я считаю, это был какой-то некий такой прародитель магии. Но у кого нету этих оттенков, или можете приобрести, или можете заказать у нас то, что еще осталось. Приветик. Кто не видит, перезаходите. Так, и сюда нанесу вот этот зеленый, или я его только что наносила. LE16, да, наносила. Сюда LE15. Почему не годятся? Потому что они более прозрачные. Я вам сейчас вот на себе покажу. В принципе, если там, ну, несколько слоев, там три, например. Вот видите, они такие вот как бы, не такие они крутые. Ну, это на мой личный, сугубо мое индивидуальное такое мнение, которое вот вы можете оспаривать. А когда они идут вот как бы вторым слоем на другой цвет гель-лака, они просто вот какие-то офигительные. Вот. А кто спрашивал по поводу пропорций витражей? Я вам ответила, вы мне написали, по-моему, в личку, да? Я вам ответила, что надо пробовать. Привет, Женек. Вот. И можно в разные гели месить, и по-разному это будет выглядеть. Может быть, вы в тонкий слой, в растирку. Если вы между аквариум, между слоев будете это делать, то можно и в чистом виде наносить, и даже не смешивать. А если в толщину, то надо пробовать. Так, вот что у нас с вами пока получается. Они сами по себе, да, очень красивые. Ну и, естественно, будут в замесах. Я их, наверное, поменяю немножечко местами, чтобы они мне не повторялись. И теперь будем готовить то, чем мы будем рисовать. Привет, Украина! Я беру капельки White Drops. Ставлю себе на палитрочку, чтобы из этой лужицы... Другая серия Galaxy Magia. Магия. Магия нет, 500 до 800 рублей. Очень красиво, как мне покажу. А, так, да, на звездное небо и космос. Поэтому название у них Galaxy. То есть тут так и нарисовано. Видите, такое звездное небо и космос. Галактика такая. Нанесла White Drops сюда. И буду наносить. Так, ну что-то у меня. Вот эти вот Galaxy я сейчас поставлю. Капельки тоже рядом здесь. Может быть и магия. Может быть, да, но я уже пытаюсь выздороветь, девчонки. То есть я уже как бы пытаюсь восстановиться, пью таблетки. Ну, это где-то вот меня в Москве опять просквозило. Так. Давайте-ка все их поставим. Ну, их побольше коллекция, 6 или 9 цветов, я уже не помню точно. Вот этот рыженький. Это не синий, он сине-фиолетовый. Рыженький, вы его еще не видели, это LE14. Очень красивый, такой вот рыженький. Да, помесюкаю немножечко. И сюда же поставлю некоторые оттенки из коллекции Natural Touch. Да, болеет народ, отменяется по записи. Девчонки у меня тоже тут соплями немножко прибитые. Мастера, я имею в виду. Вот рыженький. Тоже прям осенний оттенок из коллекции Natural Touch. Это А02. Это дансы, да, это все дансики. Где у меня там зелененький поставила. Ну ладно, хватит, давайте вот с этими поработаем. Теперь давайте первый сделаем какой-нибудь такой простенький. Ну пусть это будет абстракция, да. Мы же можем делать не только флористику, но и абстракцию, почему бы и нет. Давайте вот здесь, сейчас я их в сторону эти уберу. Беру кисточку. Мне очень понравилось, ну, знаете, да, это кисточка маленькая вот такая. Называется рельеф.
Она, по-моему, есть и в наборчиках каких-то. Ну, у вас по-любому есть такие. Но не обязательно брать такую кисточку. Вот, кончик опускаю. Не толсто, чтобы это все было. И делаем какие-то мазочки. Давайте вот отсюда поведу вверх. И накидаю вот таких линий. Пусть они у меня где-то пересекаются. Это может быть... свалилась типса. Блин. Ладно. Это можно использовать во всяких темах минимализма. То есть бросить это вот так. А можно накидать и побольше. И снизу я тоже кину немножечко. А что нет? Пусть будет. Короче, вот так вот сделаем. Пусть там у меня половинка будет. И здесь. Все. И теперь беру тонкую кисточку. У меня кисточка из наборчика 12. Вензель. Вы знаете. Все мы их имеем. Все мы их любим. Накидали. И теперь берем все эти гель-лайки. Можно набирать. Здравствуйте. Можно набирать как... Вот один оттенок, да, и ставить вот эти вот точки, линии. Можно также набирать два оттенка и проводить какие-то вот тоже линии. То есть получается уже что-то там растекается, и очень у нас прикольно все получается. И вот на этом этапе мы отправим. А где заклеенные? Юль, не знаю, наверное, где-то в чемоданах, потому что я уже со своим чемоданным настроением уже порой и дезики теряю, и всякую фигню. Вот просто уже, не знаю, у меня 3 чемодана путешествующих со мной. Все, отправляю пока нашу вот эту вот заготовку в лампу. Ну и просто, да, вот такие вот штуки накидать, ничего сложного. И отправляю в лампу. Давайте будем поэтапно это все делать. Понимаю, да. Но у меня как-то вот раньше не было таких 3-недельных подряд забегов. У меня сейчас вот Нижний, Москва и Питер. Питер, Нижний и Москва, вот так бы я сказала, было сразу. И поэтому у меня как-то вообще кипит все. Мозг, чемоданы. Хорошо, что Нелика пересылают мне всякие вкусняшки от девчонок. Но что мне бы точно не вместилось ничего. Так, теперь что я делаю? Ну, вы знаете, я не из тех людей, кто не любит дорабатывать. Я люблю дорабатывать, и я это поделаю. Я возьму теперь эти же White Drops. Привет. Эти же White Drops. И смотрите, вот эти хвостики можно повытягивать. Ну, можно было бы их повытягивать и сразу. Они и так клевые были, да? Можно... Так, сейчас повытягиваю. Можно их посоединять между собой, так как это абстракция, и ей нужно куда-то, по идее, прийти, откуда-то уйти. То есть вот с того ногтя, допустим, пришла. Обязательно камера хранения. Сейчас перечитаю еще раз, откатаю сообщение обратно. А то не успела. Так. Ну, короче, вот я их посоединяла такими перемычками, которые их объединят. Видно это, девочки? То есть, чтобы они были такие не брошенные как-то на произвол судьбы. Давайте вот отсюда сюда одну кинем на произвол-то судьбы. Да, уже прикольно, согласна, но вот я люблю еще подрабатывать, и это я тоже сделаю. Вот, и тоже отправлю все это подфиксироваться в лампу.
Ну, буквально сейчас секунд 10. Дальше я возьму арт-гель. Может быть, это черный у меня арт-гель. Здравствуйте. Может, это быть и не черный арт-гель, а может быть, это гель-лак, например, как вариант. Ну, у меня под руку попался он. Сейчас я его, наверное, отложу себе на палитру. Арт-гели, их так удобно работать вот сразу из баночки. Но я отложила. Ну вот, начинается. Только высморкалась, блин. Ой-ой, штормит. Так, и смотрите, я возьму, здравствуйте, я возьму тонкую мою, опять же, вензельную кисточку, и вот где тут в зоне кутикулы уплотняю черным вот какие-то места, где хочется дать глубины между этими перемычками. Видно, то есть это как бы тень такую задаю, но опять же, девочки, это не обязательно. Вот я сейчас проложу вот эти вот местечки. Это даст просто больше яркости и контрастности. Вы можете это не делать, а можете делать. Сейчас покажу вот тут такую растяжечку легкую. Всего этого добра сделаем. Сбоку можно. Видите, такая колбаска получается. Ну да, вот сейчас сезон такой идет, сопливый. Ну что поделать? Давайте держаться, я надеюсь, девчонки, которые едут и идут на курсы к Юле, которые у нас состоятся уже буквально вот-вот, все будут здоровы. Смотрите, вот я положила этих черных штучек, теперь я беру кисточку, язычок, мою любимую двоечку, которую я обычно использую для лепки. Совершаю кощунство, мочу в клинцере салфетку. Ну, лучше это, может быть, и не делать даже. Прекрасные длинные ногти скоро будут. И вот самым-самым кончиком слегка как бы делаю такую вот прям растушевку. По липкому слою все прекрасно у нас растушевывается. Ой, молчите про Израиль, да, там тепло и всегда клёво. Там, мне кажется, всегда у вас, да, тепло? У вас не бывает зимы. Или же бывает? Так, видите, я кисточку разворачиваю. Можете типс разворачивать, ну, в принципе, кисточка тоже легко крутится. И вот все местечки, где я протонировала, я их теперь немножко растушевываю. Получается, добрый день. И у меня получаются не четкие вот эти вот границы, да, а как бы такие затемнения. Ну, вот на блик сейчас, вот в этом месте вам видно. То есть оно такое вот в растирочку идет, и получается плавненько. Так Юля сегодня выходила, я вот профукала, у меня перископ, зараза, не зовет. Я уже не знаю, что с ним делать. Опять переустанавливать, что ли? Потому что вообще, ай, не отваливайся. Не зовет. Сейчас. Сегодня получаю малышку, гель-лачки. Класс, напишешь потом. Но я уверена, что тебе понравится, малышка. Все, и вот это вот дело, то, что я сейчас нарастушевывала, а вот здесь вот осталась жирная одна полоска. Вот видите, всего лишь тенечку сделала, а так как края у White Drops уже автоматом белые, да, мне никакая бликовка-то и не нужна. Вот. Ой, вот здесь хочу разделить вот эти два мазочка. И тоже такую пошлепать тенечку. Во. Видите, разделилось все. Все. И отправляемся в топку на подсушиться. Сейчас мы его доделаем полностью и пойдем к следующему. Что-то я не хочу сейчас по два типса делать. Буду растягивать удовольствие, если вы не против. Ну, если против, потом зайдете, перемотаете, пересмотрите. Вот. И мне осталось теперь прилепить стразиков
У меня вот тут болейка страз. Стразы, вы знаете, да, мы крепим на флекси-базу, но так как я сейчас буду это делать просто на образцы, ну, мы сейчас на усложнение, да, постепенно пойдем, так как мы будем работать на образце, поэтому мне не нужно делать это на базу, я могу посадить на топ. Я возьму топ флекси без липкого слоя, но вы на клиенте делаете на базу. Сначала топом покрываете, а потом можете маленькие капельки ставить базы, куда вам хочется. Флекси чудесно выравнивается. Кто его попробовал, тот заценил. Флекси топ без липкого слоя. Глянец охренительный. Перископе это можно, да, сказать. Выравнивается то, что вы там недовыравнивали базами и всем, чем надо и не надо. Вот сейчас он даже, если его так перевернуть, он еще круче выровняется. Все наши вот эти неровности, и все будет красиво и гладко. И я теперь посажу сюда. Вот у меня уже бульонка прилипла. Ну, куда-нибудь прицепись. Прицепись-ка. И сейчас посадим еще стразиков, потому что без стразиков жизни нет. Сами понимаете. А в осеннем-то деле тем более. Очень классно смотрятся всевозможные рыжулистые стразы. То есть уже не обязательно нам иметь какие-то, ну, такие вот. А, вот камешки, кстати, вот эти вот от Нейлика тоже. А, куда? Давай катись, катись, куда-нибудь катись. Вот сюда прикатись. Тоже сюда хорошо подойдет. Жемчужинки, какие-то золотые стразинки. Ну, вот то, что обычно вы так не супер сильно лепите. Какие-то цветные стразы. Вот я не знаю, почему мастера очень мало работают с цветными стразами. А мне так нравится вот как раз какие-то создавать вот эти вот да, пробовала, кстати, да, флекситопом. Обещала рассказать, все идеально проносилось, девочки. Вот кто у меня в Нижнем учился, те видели, что все, вот даже синий куда-нибудь сюда в пердолю, в темненькое место. Все круто проносилось. Ни одного скола. Осталось оттестировать на ком-нибудь на мягких ногтях. Ну, я имею в виду на гибких, да. Обязательно добавляю к стразинкам еще и бульешечки по бачкам. Да. Вот вроде бы ничего сложного, девчонки, согласитесь. Вообще вот работа такая, не бей лежачего. Можно даже пропустить вот этот этап с этим. А вот, кстати, у меня черненькие стразинки есть. Вот они пойдут хорошо во всякие вот сюда вот углубления. Здравствуйте. Короче, раскидываем, но я люблю так, чтобы были не только стразинки, но и к ним хотя бы одна с какой-нибудь стороны присоединена бульёшка. Тогда они смотрятся уже, ну, как бы целой такой композиции. Вот смотрите, вот розовая одна тут одинокая тусит. Вот мы ей куда-нибудь сюда прилепим стразулю. Сразу они подружились. Вот. То есть вы можете стразиков накидать побольше. Блин, я пока делаю, у меня ускакивают по топу. У вас на базе такого, конечно, не будет. Но вот по топу у меня немножечко убегают стразинки. Я ставлю как есть. Чем цепляю? Ну, девчонки, обычно это карандаш. А вот эта штука, это в Леонардо продается такой карандаш. Там еще лоточек для страз пластика. 80 рублей стоит. И к нему такие вот, на которые как раз типсы сажают резинки. То есть ее можно сделать поострее. Ну, короче, вот видите, руками заляпала. Идем в Леонардо и покупаем там всякого барахла. Все как обычно. Идешь мимо. О, что-то прикольное. Беру. Флекси-топ без липкого на втирку Мираж плюс бондер ношу третью неделю. Ну да, можно с бондера, можно. Вот я попробую без бондера. Так что все супер, молодец. Все, вот у меня все это дело просохло на флекси-топике. Вот у нас такая абстракция получилась. Как разобралась, как себя. Я еще раз просушу, у меня тут лампа с одной стороны не работает. Потом покажу. Итак, давайте продолжим, да? Продолжим, сделаем сейчас листья. Давайте сделаем листья.
Давайте вот на фиолетовом. У меня тут есть на зеленом, будет на фиолетовом цвете. Пусть. И у меня уже есть по композиции вот с этой стороны. Я пущу сюда. Давайте так, отсюда вернее. Сейчас стразики в сторону уберу, чтобы рукой тут не махнуть. А то же сами знаете, как это бывает. Ручкой махнешь, и все. Вот. Так что у нас получается вот примерно вот такая история. Ну, естественно, это буквально там на один ноготочек. Легко, просто. Здесь больше изгиб сделала, здесь меньше. Поэтому здесь ничего сложного. По поводу листочков, девочки. У меня в предыдущих трансляциях есть листочки. По поводу еще, по-моему, у Ани, Анка 1.2, тоже он делал листы. Поэтому я сейчас листочками заниматься не буду. Ну, дабы уже не интересно, хочется не листочки. А так, листочки уже были, пожалуйста, ходите, смотрите. Спасибо, девчонки, я очень вас ценю. Итак, давайте-ка продолжим, да, нашу вот эту тему. Я беру кисточку, тот же язычок. Вот, двоечка. А, лепесток, блин, язычок. Что его язычком? Ну, и так как у меня вот здесь композиция уже была сюда, я ее буду пускать сюда. Беру White Drops. И делаю вот такие мазки, самые простые. Смотрите, приложила. Вот листик прям совсем такой примитивный-примитивный. Накидываем несколько листиков тоненько. Вот они у нас тут летят. Не надо их делать гигантского размера. Мы еще сделаем побольше вторым ярусом. Но об этом чуть позже. То есть вот сделали несколько лепестков. Просто же, девочки. Ну, тут они по липкости немножечко разбегаются, но это не страшно. Я думаю, что очень просто. И также мы берем тонкую кисточку. И вот все мои гель-лаки, которые вот здесь есть, это из Natural Touch. Но это не обязательно. Может быть, магия, кошки. Пожалуйста, можете брать все, что хотите. Вот. И смотрите, я маленькую капельку набрала. Поставила в основание и протянула по центру. Приветик. Что-то тебя 100 лет не видно. И вот так вот по-быстренькому мы делаем на всех наших листках. То есть прям вот мазок. Смотрите, как растекается клево, да? Вот тут народ... зелененького еще хочу чуть-чуть добавить. Вот у нас все потекло. То есть не обязательно. Ага, тут это вижу, народа много, а что-то все молчат. Думаю, что-то непорядок. Видите, очень легко. Сразу у нас беленькие окантовки. Можно делать какие-то мазки. Сейчас покажу, какие. Что за дропс? Это капли, белые капли, White Drops называется, продукт белый, который, по которому все прекрасно растекается. Вот я сейчас на себе буквально сделаю, вот здесь вот, блин, трясется, ну ладно. Вот побольше листик, вот так, видно, темненький, ой, тоненько вернее. Ага, хорошо. И... например, могу сделать другие прожилки. То есть вот у меня пойдет центральная, а к ней, например, вот отсюда, вот такие вот маленькие. И вот они сейчас растекутся и будут прожилки. Ну, то есть прям, ну, примитивно, девчонки. Вот видите, он там плывет. С коротышками, да, я с коротышками, но... ничего страшного. Скоро в моей... даже их вот так еще поделю немножко. Ну, тут по жирности плохо течет. Но смысл понятен, я думаю. А скоро мне сделает ногти наша великая Юлия Белей. А вы мне будете просто завидовать. И не будете говорить, что я без ногтей. Ну ладно, минутка черного юмора закончена. Продолжаем разговор. И теперь я возьму кисточку. Ну, не обижайте, девчонки, я вот
реагирую на такое дело. Я опять возьму вот эту кисточку, наш язычок. А может быть не язычок, а знаете, вот Аня показывала, такая тройная, да, кисточка, тоже клевая. И могу сделать листик уже более ажурный и фактурный. Мне кажется, такие кисти для осенней тематики, они прям вот как нельзя лучше. Смотрите, он уже получается с краешком, да, с таким. Не знаю, выйдем ли мы. Смотрите, еще могу слой сделать. Вот такой лист получается. Видите, какой кудрявенький, более живенький, да? И мы можем сделать внахлёст на предыдущие, внахлёст на предыдущие листья. Мы их потом оттонируем. Ну, там он может целый не попадать, да, он же может куда-то на второй ноготь перелетать. Давайте вот сюда еще. Такую половинку листа сделаю. Вот так. Ну и хватит с меня. Ну нет. Ну вот сюда еще один. Пусть там летит. Вот так. Все, и тут делаем то же самое. Беру также цветнячки. Могу вот двойным таким набором. Вот видите, поставила, могу в бачка чуть-чуть разогнать. И вот оно там течет, все без нас, все. Пусть живет своей жизнью. Понатыкала во все гель-лаки сразу. Ну, я думаю, в магию, в кошельки это все будет очень-очень круто. Они же все текут. Всю прицельную продукцию, кисти, гели, гель-лаки от Юлюбилей вы можете посмотреть у нас на сайте azarova.shop. Прям в поисковике наберете. Ну вот, смотрите, видите, что у нас получилось. Подрастеклось. Меня, в принципе, все устраивает. Даже вот так еще могу разрезать. Ну, тут играться можно бесконечно, вы же понимаете? Прям бесконечно. Потом пересмотрите, я удалять не буду. И отправляю в лампу на полимеризацию. Сейчас будем прорисовки делать. Они будут у нас минимальные. Точно так же сделаем тенечку. И вот несколько прожилок. Сразу получается глубина. Привет, кореша, привет. И здесь тоже стразики добавим. Это вот такой дизайн, который людям, ну, если нужно что-то осеннее, ну вот без перебора, да, то есть без всяких там огромных количеств всяких листьев. Я имею в виду там на весь ноготь, да. Вот сейчас некоторые умеют делать один лист на весь ноготь. Посмотришь, и что-то кажется не то. Все. И теперь вот смотрите, я точно так же, где у меня вот лист, например, будет давать тень на нижний лист. Да, это на белых каплях. Как раз показываю, девочки, как можно не только на весь ноготь работать, но и поработать в дизайнах. Да, мы уже сделали абстракцию. Здесь вот под листочками я делала, а здесь у меня вот так будет. То есть вот этот листик лежит на этом. Да? В углублениях. Но опять же, это все такой немножечко абстрактный вариант, да, дизайна, поэтому супер идеально быть не надо. Так, сейчас я кисточку немножечко вытру. Кстати, вот мне подарили девчонки на день рождения Данс Легенд кружку с черепушкой. Вот такую сейчас вам покажу. Я ей пользуюсь все время. Вот у меня тут кофеё стоит. Давай, вот.
Пробовала, молодец. Любые гель-лаки или только белей. Ну, гель-лаки с липким слоем. С липким. И вот как бы более темный. А, вот, чтобы не шикарно. Да, стразюльки, но пока руки не дошли, пока я тут катаюсь. И также немножечко беру и вот эту вот тенечку, ну, как бы растушевываю, да, и получается, не знаю, видно, вот здесь прям тень, они ярче становятся. На себе сделала, но задумка не удалась. Интересно, почему задумка не удалась? Вот, прям тенечку здесь проложила. И получается, что вот какие-то повыше листики, какие-то чуть-чуть пониже. White drops. Я же вам показала и написала. Так, неправильная кисть. Ну, это же дело такое. Взяла, стерла. И теперь сделаю несколько прожилок. Опять же, нашей вензельной кисточкой. Супер! Я рада, что начинает. Если то, по которым растекаются гель-лаки, или только белый, и все. В коллекции юбилей топа нет, но в Dance Legend есть топ, называется Flexi Top с липким слоем. Это прозрачный продукт, который вы можете нанести на любой гель-лак и по нему сделать растекашки. То есть под него нужен какой-нибудь фон. Вот, видите, делаю немножко прожилок. И вроде бы ничего сложного, не обязательно на всех листьях это делать. Спасибо, Машулечка. Пытаюсь выздороветь. Можно сюда сделать какие-то еще, да, прорисовки, там точки, череночки, паутинки, все что угодно. Вот они у нас такие в полете. Художку на элите будем переделать. Я сейчас живой курс делаю для Москвы. Об этом чуть позже. У нас с Юлей по плану будет по моделированию курс. Но, девочки, я вас прошу, не терроризируйте, когда-когда. Мы с Юлей встретимся, все обсудим и обязательно вам сообщим. Если вы хотите узнать одним из первых, вы можете подписаться на рассылку новостей на сайте naelita.ru, там вниз прокручиваете, и вы все будете знать, что, когда, и почему, и как. Отправляю в топку. Так, 30 секундочек. И вы будете в курсе всех новостей. Пока, вы же понимаете, у нас и живые курсы, мы тоже не можем разорваться, и мы очень любим вас, и никогда не бросим. Я понимаю, что мы не можем. Есть же другие компании, которые предлагают тоже онлайн-курсы, да? Их достаточно много. Я понимаю, что вы любите очень нас, вот, за что мы вам безумно благодарны. Но у вас есть возможность тоже походить, погулять, посравнивать, я не знаю, там, поучиться чему-то, чему мы не преподаем. Почему нет? Ну все, давайте теперь постразим. Да? У меня будет вот так композишн вот такой. Здесь фиолетовый, правда. И тоже сделаю на флекситоп без липкого слоя. На канцелярском пластилине, как это называла Юля. Просто обычный пластилин, он будет плавиться от температуры, там, например, топа, от полимеризации, может постоянно сваливаться, но этот уже у меня не свеженький, поэтому тоже сваливается. Спасибо, девочки, что ждете. Ну, вы видите, да, здесь не очень требуются какие-то сильные доработки, только стразики, потому что здесь у меня фон такой вот с точечками там мерцающими, да. Да, я знаю, что он плавится, поэтому в Леонардо сходите, купите пластилин, там, где на кассе, где клей, короче, висит рядом с кассой. Вот туда идите приобретать вот этот вот пластилин. Он там стоит 150 рублей. Вот. Сваровски цвета вулкана. По мне, так восхитительное изобретение компании Сваровски, которое просто вот волшебнее не придумаешь. И для осени, мне кажется, это самый
Ну, прям вот слов нету, какой крутой цвет страз. Красный сюда сейчас какой-нибудь еще. Что у меня тут еще валяется? Давайте черный тоже сделаем. А, вот синенький есть. Тоже его сюда сейчас сделаем. Это на который детские картинки вешают. Да-да-да, вот детские картинки. Вот то, что к стене можно прилепить и безболезненно отлепить. Вот это он. Стоит 3 копейки. На него как раз там хорошо и стразы вот крепить. Он как жвачка, его надо разогреть. Нет, он просто в руках его можно держать. Вот это черная страза, но внутри у нее белый проблеск такой прозрачный. Не помню название точное. Есть стразы, которые вот такие цветом, ну, тоже плохо передают, как бензиновые. Это одна из новых коллекций страз. Тоже очень крутые. Ну, короче, вот накидал немножко стразинок. И теперь разбавлю это еще стразами а-ля пиксы и бульёшками. Давайте еще вот сюда вот эту. Да, вроде бы, да, ничего сложного, согласитесь. И достаточно быстро делается. Нету никакого, ну, никакой заморочки. Вы знаете, я очень люблю сделать что-нибудь, порисовать такое, повырисовывать. Ну, здесь я слегка тенечку добавила, потому что вот уж не могла никак без нее. Лишний раз хочу вам сказать, ну, блин, у меня по флекси бегут, потому что не на топ это надо сажать, да, вы же понимаете. Это то, что можно предложить клиенту, ну, такой легкий, быстрый салонный вариант дизайна, который от вас не потребует много времени. Плюсом, если вы будете делать, как я, со стразиками, вы можете дополнительно заработать еще на стразах, да. А если вы не хотите делать со стразами, вы можете там какие-нибудь хлопушки сюда добавить. Или в Нейлика есть такие, ну, как пайетки, что ли, мелкие. Ну, такой дешевенький лайт-вариант. Сейчас он туда к синей еще сделаю. Друга какого-нибудь бульоночного. А, я с одной стороны сделала, вот с этой еще сделаю. Но не стекай. Блин, сейчас я пропустила, сейчас отмотаю ваше сообщение. Все, пошла в топку, ладно. Вот мы такое дело делаем. Катерина, сейчас цветочки будем делать. Красота. Да, легко делается прям. На заметку прошу посмотреть потом в перископе. Хорошо. Вот. Так, ну что, стразики опять в сторону убираю, то куда-нибудь их. А? Новые лочки. Новые лочки, ну здрасте. Вот понимаете, вот так вот мастера я тоже пора. Какие было лочки? Они у нас уже, блин, с Интершарма, с предыдущего. Там это Galaxy, это коллекция Galaxy, они у нас стоят вон. Куча. Ну, здрасте. Короче, осень. Берите в работу. Все есть в работу. Вот так вот. Надо, видите, мастера мои подходят и говорят: о, новая коллекция. Да, новая коллекция. Угу. Вот. Вот такая у нас получилась история. Смотрите. Завтра попробуйте. Ну, видите, как легко же, просто. И очень даже прям мне нравится. Мне нравится. Я бы такое носила. Вот абстракцию не факт. Хотя я люблю абстракцию, но такое я знаю, кто мне из клиентов носил бы. А вот такие листья ненапряжные, да, вот я бы их тоже с удовольствием носил. Ну и теперь давайте. Да, кисти-малявочки есть, скоро появятся новые кисточки. Не Dance Legend, а, ой, это не Ярублев, а другие, но об этом позже. Вот такие листики. Так, ну что, давайте попробуем цветочек. Здесь он у меня с матовым цветом, с матовым топом сделанный, да. Можно с глянцевым сделать. Давайте попробуем. Может, я его покрою потом. Привет, цветуля. Так. Потом сфоткаю.
Ну что, здесь можно работать двумя методами. Каждый лепесток фиксировать, каждый лепесток фиксировать. А можно все пять отрисовать и потом на них сделать вот эти прожилки. Давайте сделаем. Да, останется потом, посмотрите. Мы сделали такие абстракции. Получились у нас. Про фоны чуть поговорили. Теперь у нас такие листики произошли осенние. Вот, все. Все яренько, но это только на один ноготочек, на два максимум. То есть не покрываем клиента все. Я возьму сейчас опять свою вот эту маленькую кисточку, которая у нас вот такая, и рельеф, и сделаю лепесточки. Давайте, ну, так, чтобы, не знаю, как сразу, да, весь цветочек сделаем. Не по одному. По одному понятно, да, как листики подфиксируем и все. Короткой стороной внешний край. Вот. Итак, вот, допустим, вот здесь центр у меня будет. Раз мазочек, два. Вот уже готов лепесток. А ноготь островками. Ну, наверное, у вас очень жирная липкость или недосушивать. Кисть, рельеф на сайте. А, возможно, она только в наборах есть, девочки, я не знаю. Я уже не помню. Вот. Видите, такие мазки офигительные просто получаются. Можно их, ну, я вам там показала, да, сделать там где-то еще фактурнее, еще пошире. То есть легкотня. Третий. Четвертый. Ну, у меня тут как бы целый не помещается, типа, там на ноготь ушел, на соседний. И пятый. Вот такая у нас получилась история. И ему нужно сделать детку. Ну, то есть мы прям сильно там дюж не заморачиваемся, но это вот бутошка. Ну, это можно сделать тонкой кистью, девчонки, язычком, то есть любой, то есть это такая лайтовая версия, просто по бырику. Гель-дизайнер, точно, в наборе гель-дизайнер. И теперь я беру все те же оттенки, вы можете взять что-нибудь потемнее, но я более темным еще сделаю прорисовку. Давайте-ка вот этот, наверное, еще возьму, фоновый, который у нас был, красивый цвет. Все, закончили. Ну да, кстати, можно страз посередине поставить, там между ними, и все закончили. Также вот поставила в серединку, пару мазочков сделала. Можно разных оттенков добавлять. И оно получается как такая... ну все. Нет, не все. Вот минус, да, таких типс. Да, у нас есть этот набор на сайте azarva-s.ru или сразу можете перейти в магазин по ссылке azarva.shop. У нас есть и гели, и кисти от Юли Бели. Смотрите, как клево, да, растекается. И Dance Legend. Всеми любимая продукция. Немножко White Drops есть в наличии. Отправляем за границу, куда хотите. Какая белая краска? Продукт называется White Drops. Можете посмотреть Юли Бели. Очень большое количество мастер-классов про этот продукт. Да, на растекашках. Смотрите, как клево, да, растекается. Магии кошаками можно, кошаки примагнитить можно. То есть можно какие-то вот тоже сделать внутрь вот эти вот процарапывалки. Ну, тут еще тенечки буду делать, поэтому не буду особо так сильно. То есть смысл такой же, мы просто чуть-чуть сделаем мои клиентки, которые обожают дизайн. Наборы, растекашки. Наборов нет, это один продукт, девочки, транспортными. Ну, это по запросу можем отправить, но это просто будет дороже, вот и все. Вот, подождали, пока мне там сколько надо, пока будет все это дело растекаться. И отправляю в лампу подсушиться. Ну, как бы засушиться, не просто подсушиться.
Ага, есть. Хорошо, посмотрите потом сначала. И все увидите. Здесь у меня, правда, в матовом цвете. Потом этот цветочек сделала, да, в матовом. А сейчас мы, наверное, сделаем глянцевым, потому что красивенько смотрится. Прям яркие фоны такие. С вот этой коллекции Galaxy. У кого еще нету или хотите парочку, присмотритесь к ним, да, к этим гель-очкам удивительным, которые создают эффект вот как раз галактики. Так, ну что ж, теперь я возьму и, ну, соединить это я потом соединю. Давайте-ка немножко сделаем тени. Я возьму сейчас черный, вот здесь у меня гель-красочка лежит, да, и вот темно-зеленый. Гель-краска погуще, я ее немножечко разбавлю гель-лаком, чтобы она такая, ну, более тонкая, что ли, получалась. По нему растекается любой материал. Да, все верно. Вам, конечно, не очень видно, но еще такой эффект тут немножко витражности проявляется, да. То есть можно гель-лайки с витражом сделать. Здесь вот повиднее, да, такой клевый прям эффект. Смотрите, вот я нашла середку. Серединочку. И теперь смотрю. Набор, да, не нужен. И разделяю лепесточек. Вот. Лепесток от лепестка отделила. То есть мне их нужно разделить, которые слиплись. Ну, для того, чтобы у меня было вот более красиво. Ну, можно этого и не делать, конечно же. Да, цветы, летящие в космосе. Но они у нас лететь просто не будут. Еще вот здесь вот середочку немножко сделаю потемнее. Сюда стразики в центр посажу. Это тоже делать не обязательно. Можете сразу сделать более темным цветом. Посадить эту темную капельку в середку. И сейчас сразу вот эту жирненькую линию я ее чуть-чуть притопаю. Так, чтобы тенька как бы осталась. Просто нам не нужны такие жесткие линии. Здесь вот в центре не страшно, да? То есть здесь будут стразики сидеть. Все. И теперь отправлю подсушиться. Можно еще сделать заворотики. Покажу вам, как это сделать. Прям буквально тут 5 секунд подфиксирую. Покажу, как сделать заворотики. Ну, он, конечно, не совсем как живо. Ну, тут можно же долго играться. Но это вот одна из легких техник рисования цветов сразу с глубиной, с прожилками. Я сейчас возьму белый, опять же. Вот, небольшое количество. И смотрите. Ну, например, хочу сделать вот на этом, то есть край. И протяну до центра. Вот так. Пошире прям мне его хочется сделать как-то. Вот. Какую-нибудь одну сторону протяну до центра. Да, девчули, про ногти не могу комментировать сейчас. Ну, без ногтей я. Что поделать? Я ездила учить других девочек делать ногти. А на себя времени не оставалось. Девочки, которые у меня учатся вживую, они знают, что я настолько с ними выкладываюсь, да, что поспать бы. Короче, вот так, кое-где краешки уплотнила белым, но я их просто так не оставлю. А есть такой курс. Девчонки, вот я вам сейчас даю бесплатную информацию. Берите, делайте. Смотрите, и тоже по нему сделаю маленькую вот эту вот капельку поставлю. Ну, кое-где. Я вам сейчас как минимум показала 3 дизайна. Вы включите немножечко свою логику, посмотрите другие трансляции мои, Юли Белей. Вам
тут, извините, вываливаешь бесплатно столько, что ну, если вы хотите нам прийти денег еще за это заплатить, то, конечно, приходите, мы будем рады. А так, на курсах мы даем, ну, не знаю, в разы больше. Кто с нами был, учился, те знают об этом. Поэтому нам не жалко поделиться частью информации. Просто так. По-моему, я очень очень подробно объясняю, что даже ну, такой вот прям супер новичочек сможет повторить. Да? Сейчас беру опять же маленькую нашу тоненькую кисточку. Приветик. Ну, смотрите, этими же вайдропс. Ну, можно не ими, а я так ими, в принципе, делаю такую обнимашечку и привожу к нашему цветочку, главному элементу. Вот. Какой-нибудь выведу листик за пределы всего этого дела. И онлайн, и плоскую кисть мы давали, да, онлайн. Вниз вот сюда еще тоже листики сделаю. И не обязательно это тонко делать, можно и лепестковым тем же, да, то есть все то же самое. Ну, я вот немножечко так понацарапываю хвостиков. Здравствуйте. И сейчас, если вы посмотрите, то белый достаточно ярко смотрится на фоне вот этих вот уже не совсем супер ярко-белых наших цветов, да? И поэтому я не буду так оставлять. Вот видите, вся композиция у нас построилась. Спасибо, девочки. И сюда я добавлю тоже в листики немножко той же зелени. Растекашки, ну, то есть вот эти вот white drops, да, гель-лайки, они за вас делают половину работы, то есть, ну, основную. Смотрите, и тонкие прорисовки есть, и все есть, да, трансляция сохранится. И у нас уже белый наш, белые такие яркие листы уже и не такие они белые, не такие яркие. Они уже немножечко мы их тоже прибили, скажем так, и цветочек опять у нас главный, да? Все, отправляем в лампу. Ну что, глянцевую сделаем его, девочки, или матовую, как хотите. Отправляю в лампу. Да, остается проглотить. Ну, все правильно, кто хочет, тот это делает, да, тот проглатывает. Кто не совсем понимает, ну, ничего страшного, приходите на живые, мы всегда будем вам рады. И на самом деле, девчонки, кто у нас проходил онлайн, а потом приходит на живые курсы, им гораздо проще на курсах, да. Да, завтра смотрите, здравствуйте, кто к нам еще присоединяется. Вот, я сейчас опять же возьму стразики и также украшу. Так, ну что, глянец, хорошо, давайте глянец, матовым там не есть. Ну, матовым немножечко более плоско смотрится, да. Матовый я люблю все-таки, когда у нас, вот на матовом, а, нет, я еще теньки вот здесь не сделала, сейчас сделаю. Матовым я люблю, когда лепка, да, то есть есть какой-то барельеф, объем. Вот тогда матовый, конечно, для меня волшебно. Вот, живые бомба, да, спасибо, девочки. И вот смотрите, у меня сейчас, в принципе, все неплохо с цветочком, да, и мы сейчас сделаем тенечку еще. Вот кое-где в самых, вот обращу, пытаюсь ваше внимание обратить, в самых глубоких таких местах ставлю вот эту вот темненькую тень. Где у нас тень? Обычно под лепестками, между, да, вот сюда можно поставить, между лепесточками, между листиками, вот хочу больше выделить сюда. Может быть, сейчас на темном и не очень видно, но потом это все очень хорошо читается, да.
Курс по микролепке акрилом обязательно поставлю. Девочки, в Воронеже сделаю и в Москве где-нибудь, ну, той же Жене Мень, например, тоже сделаю. А для Москвы в компании Нелика я сделаю новый курс. Там будет художечка совмещенная, пока не скажу с чем. Короче, будет интересно. Повышение в Нелика по моделированию у меня будет в январе. И уже, ну, примерные даты известны. Это вторая половина января. Поэтому предварительно можете, если вдруг кто в эту группу хотел, но не попал, можете уже писаться. Цены пока оставляем прежние. Вот. Да. Все останется. Вот видите, там, не знаю, насколько видно, но тень добавляешь, цветок еще больше выходит на поверхность. Да? Еще более вперед сюда выдвигается. Я буду... так. Не висим. Кто тут висит, тот не висит. У меня вроде пока все хорошо. Все. Белым я не буду ничего прорисовывать. У нас Advanced Drops и так тоненькие белые края. Ну, куда тут еще заморачиваться, да? Сейчас подфиксирую, покрываю топом, сажаю стразики. Давайте глянцем. Мне самое интересно, как на глянце будет смотреться. У меня сегодня 4 придет клиентка. Я сейчас покушаю и буду уже готовиться к приему клиента. И обязательно что-нибудь сделаю из этих дизайнов. Обязательно. Потому что мне это очень нравится. У меня еще такая клиентка сейчас будет с малышочком, которая с маленьким. Он всегда ее ноготюли рассматривает. И мы всегда делаем дизайн, как бы она ни бежала, не опаздывала. Мы всегда успеваем сделать дизайн. Итак, в расписании в Нелика это нужно позвонить в компанию Нелика. То есть мы уже договорились. Чуть-чуть у нас там даты. Мы пока с 12-го у нас там будет аппаратный, ну, комби-маникюр, но там уже мест нет. Может быть, потом сделаем. То есть первый день они все продали места. Я не знаю, как они это сделали, но уже как бы нет. И будет еще курс по дизайнам двухдневный. Роспись, основа художки, композиции. И плюс еще один бонусик, который я там сейчас вам не расскажу. Я отработаю, уже потом в расписании выложу. Ну, если останутся места. Вот. И курс повышения квалификации. Мой любимый, пятидневный, перезагружающий все, что можно в вашей голове, и ставящие ваши руки на место. Итак, ну, глянец классно смотрится, да? Еще стразики сделаем. И будет вообще ого! О, да! Так. О, да. Руся. Хочу сюда рыжий камушек. Вот. Глянцевый он. Вот флекси-топ, да, ну, блин, волшебный, волшебный топец. Смотрите, пусть тут еще и во лбу звезда горит. Сделаю куда-нибудь еще один рыженький. Еще один, пусть их будет 3. А что нет, пусть будет 3. Красотень, согласна. И обязательно добавляем бульешки. Поэтому не будете, девочки, делать середку достаточно темную. У вас там будет сидеть, ну, или, ну, тычинки. Они будут или страдяные у вас тычинки, да, или они будут какие-то нарисованные. Ну, в любом случае, они будут. И не бойтесь теней. Вот с практики уже знаю, что девчонки очень часто боятся теней. Вы в эти тени, мы на микролепке делаем тени акриловой пудрой, то есть я там по максимуму стараюсь без прорисовок работать. И в эти тени вы спокойно сажаете какие-то стразики, и все становится на свои места, и нету никакого ощущения там грязи, еще что-то, да. То есть получается, что все доигрывает друг друга. Стразики очень люблю, особенно когда они вот так будут. Сделайте, да. Сейчас, конечно, на освещении стразы очень ярко блестят. Ну, они, в принципе, Сваровски не могут не блестеть, да, но
Они сюда в тему достаточно, потому что они такие осенние у нас получаются. Вот. Ну ладно, хватит. Хватит. Нет, девочки, вы сажаете на... Может быть, и держите, я не знаю, но это просто образец, да? Так как это образец, я могу посадить, чтобы не тратить время. Вот. А если вы все-таки на клиенте, лучше все-таки на базу. Не надо рисковать. Просто топ покрыли, сверху поставили точно. Плюсом сейчас у меня куда-то что-то убегает, а когда поставите конкретно, да, куда надо, там ничего убегать не будет, и будет все как нужно. Крупный слетел. Ну, потому что топ, он все-таки топ. Он в любом случае не имеет такой суперадгезии, как база. Это нормально. Так. Ну что? Ну все. Ну что, ну все. Танюша моя пришла. Не моя, вернее, девчонка пришла. Но она тоже мастер. Вот она, красотка. Только меня видела. А я еще здесь, Тань. Я еще здесь. Я еще не уходила. Смотрела, думала, пойду воочию посмотрю. Заходи. На клиентке, не знаю. Ну, здесь, конечно, видите, на матовом не бликует, а на глянцевом есть вот этот блик, который мешает, в принципе. Вот сейчас видно, что стразы они не забивают, в принципе, сам дизайн. Вот. Легко, девчонки. Ну, мне кажется, вообще, вот как нефиг делать, только сядь и попробуй. Если вы не будете лениться и это будете пробовать делать, то, я вас уверяю, у вас все получится. Мне очень понравились и цветочки, и листики. Листики пока мой фаворит на сегодняшний момент. Вот такие вот у нас три композиции. Все они в едином стиле. Пожалуйста, как бы для портфолио взяли вот уже вот такую вот историю себе. Да, мы уже заканчиваем. Поставили на стол в красивую какую-то рамочку. И вот, пожалуйста, у клиента есть выбор, что сделать. Сейчас что у нас идет? Темные оттенки, красные, бордовые, темно-зеленые. Опять же, здесь не передается, еще раз покажу. Это вот этот вот волшебный цвет, который я не знаю, как вам его передать. Но он мега, нереально крутой, А12. Также их можно засочетать с магией, с коллекцией Galaxy, которая, вы видите, прям какую-то придает такую дороговизну. Я очень рада, что вы со мной пробыли, девочки. Я ценю ваше внимание. Спасибо вам большое. Да, это все сегодня делали, пересмотрите. Вы можете присылать мне свои отработки, отмечать меня. Я обязательно посмотрю, покомментирую. Может быть, еще что-нибудь, пока я здесь. Будет Юля здесь. Если хотите, выйду в перископ с какого-нибудь курса, чтобы вы так глазиком подглядели, как наша Юля вживую общается с девочками, если вдруг вам это интересно, да? Вот. Пересматривайте старые трансляции. Да, не буду удалять. Пересматривайте, и они, к сожалению, пропадают. Вы прекрасно знаете, да? Хотите? Хорошо, покажу. Я иногда выхожу с такими трансляциями не информационными, а вот с, ну, как бы не с дизайнами, а вот просто поболтать и посмотреть, показать, как и что. В эфир в Инстаграм. Так что присоединяйтесь ко мне в Инстаграм. Мой аккаунт azarova.studio. Присоединяйтесь, подписывайтесь, кто еще не подписался. Включайте уведомления. Эти дизайны я сейчас сфотографирую и тоже выложу, чтобы вы посмотрели на них еще раз. И пробуйте. Люблю вас, целую. Спасибо большое. Кстати, жду девчонок в Казани. В Казани я буду в ноябре месяце. У меня есть информация уже. Там будет курс микролепки. Будет курс скоростного салонного моделирования. Он двухдневный, с отработкой на модели. Это курс, хочу вам сказать сразу, девочки, я его делала в Израиле, и вот сейчас в Казани это курс о том, как ускориться в моделировании ногтей, какие есть фишки в подготовке, в постановке формы, в выкладке, в опиле, то есть все, что можно ускориться, да, и это будет все там, в Казани. И еще там будет курс арочного миндаля, укладной френч. Поэтому, если хотите, присоединяйтесь. Вот.
Информация у меня есть в Инстаграме на стене. По поводу курсов с Юлечкой Нанелитой, еще раз повторюсь, это мы с ней обсудим, точные даты установим, обязательно сделаем, мы вас не бросим. Спасибо, девчонки, спасибо. Все, давайте, зайки мои, пока-пока.